И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Вий, и мы продолжаем играть в Command & Conqueror 3 Тибериумные войны. Зданица центра Сиднея, начинаем. Защищайте грифонов. Ой, ёпта бы ты! Ненавижу! Займут Сидней. Помогите ГСБ эвакуировать своих людей. У вас есть 10 минут. То есть... Мне нужно держать их в центр, что ли? Грифон один, покидаю район. Мы помогаем ГСБ. Вот здесь приезд. Вот это жопа. 25 тысяч Тиберия? Серьезно? Строительство завершено. Так, то есть я не понимаю, мне нужно свою базу 10 минут удерживать или их? Потому что их базу я вряд ли удержу 10 минут. Если у меня есть призраки. Подготовка. Приостановлено. Отмена. Строительство завершено. Вот так вот сделаем. До приказа. Так, грифоны работают. Доступны новые постройки. Мы лучше! Так, что у нас тут? А вот и ракеты. Призрак готов. Двое туда, двое туда. Что у нас тут еще есть? Так, два призрака тут еще есть. У нас где-то. Да, вот нам. Значит, держимся. Сейчас собираемся. Обнаружим противника. Вот так сделали. Забрал модуль. Авиация их атакует. Это мое. Гори все, виньон. Да, я готов. Их авиация имеет. Ладно, переходим вот сюда. Нужно защитить их. Артиллерию и самих, собственно, ребят. Убиваем, убиваем, всех уничтожаем нахрен. Ага, так можно артиллерию захватить. И походу все говно. Ептать! Ясно, понятно. Нахрен. Нахрен дерьмо. Мародер. Так и знал. Так, вы, ребята, держимся, держимся, держимся. Мародер уже готовится. Так, 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 так. Строительство. А, вот теперь ему ухом храмнот построить. Ну, у вас всех нахрен. Объект потерян. Выполняю. Собака, с авиацией своей попёр. Убиваем всех и вся. Так, я могу строить у них тут? Нет, не могу. А помните, когда-то революцию делали? Недостаточно средств. Приостановлено. Отмена. Строю. Давайте туда валите. Так и знал. Оружие к бою. Так, вы защищаете тут. Что там надо? Да, защитим. Маркировка включена. Не могу их защитить. Они сюда долетают, все, подыхают дальше. Может там эти чертовы, как их зовут-то? Буревестники. Летают. Починят, надеюсь, мне. Мы ж типа союзники. Строительство.
Шопен. О, кстати. Ничейный, ничейный. Захватим. К бою готов. Будь чист. Братство верит. Строительство завершено. А, так у меня уже есть хромнот. Объект потерян. Все, что в моих силах. Развертывание невозможно. Доступны новые. Сюда пригодится. Мы. Уничтожаем все, что можно тут. Убить. Еще один. У них там на буре, походу. Смерть. 5,5 минут осталось. Конечно. Обнаружим противника. Обнаружим помощь. Мне что-нибудь против ПВО... Мне ПВО какой-нибудь. Будем бдительны. Мародер. Приближаюсь. Вижу цель. С другой стороны, мне бы сейчас... Это ванпост обосновать. Давайте, давайте, работаем, работаем, девочки. Тут слишком много всего у них, походу, я так погляжу. Ладно, пойдем попробуем раш по центру сделать. Так, сюда вот так делаем. Идем потихоньку, полегоньку. Шатаем этих тварей. Где четыре мудрака? Вот они где. Так, ясно. Отступаем. Это была гнилая идея. Говно идея была. На базу напали. Вот это борзость. Вот это ПВО нужны, позарез. У этих тварей так, 4. У этих тварей как минимум 2 портала. Устанавливаю видеосвязь. Чё ещё надо? Я знаю, что ты не виновен, но я найду предателей и жестоко покараю их. Здорово! Пришла пора применить ядерное оружие. Уничтожь КСБ. Сотри их в порошок. Сейчас! Поступил сообщение. А, уже? Главный штаб вновь в руках Кейна. Ладно. Очередная цель — уничтожение войск ГСБ. Ядерный удар не справится. Один, по крайней мере. От второго еще надо дожить. Сука. Я знал, что он живой. Он точно ведь... Шлёпнем. Ну что, они на свету опозорились. Это мой единственный, сука, источник дохода. Тревога! Ноды на нас напали! Предатели! Нечего было верить поганым нодам. Уроды! Так и знал. Уроды. Все, сейчас жопа начнется. Большая, причем жопа. Строю. Мародер на связи. Мародер на связи. Сейчас больше жопы еще будет. У них пейзер проседает. Охренительно. Уничтожить. Что ж этих тварей? Убить.
Япона, мать. Да вы серьезно, что ли? Призрак, убей его. Мне, походу, на его все-таки вынесли. Сволочи! Твою мать. Обелиск хотя бы стоит. Еще скрины против нас пошли. Все, нам жопен. Если мы сейчас ресы быстро не раздобудем. Час пришел. Надо было вообще войска не ставить. Надо было тупо базу, экономику развивать. С тобой ядерная ракета есть. Хвала Джигурде. По-моему, отбились. Сейчас, по крайней мере. А, у этих годов больше войск нет. Ядерная ракета готова. Вроде бы. Укажите цель. Строительство завершено. Нет. Мы сейчас не будем атаковать их. Сука. Объект атакует. Постройка включена. Постройка подключена. Постройка подключена. Постройка подключена. Строительство. Бляха. Строительство завершено. Строительство. Постройка подключена. Строительство завершено. Меня чем на душу задолбали. Ядерная ракета. По пехоте и авиации вдарим. Вдвойне по авиации вдарим. Объект потерян. Где? Потерян. Объект. Ау. Народ. Обнаружен потерян. Так, пока сражайтесь друг с другом, а я пофафаю пока. Да, давайте. Подготовка. И вот так еще. Недостаточно средств. Приостановлено. Отмена. Приостановлено. Подготовка. Где ты? Вот так. Все, что в моих силах. Иди возьми. Обнаружен противник. Отсычки. На базу, на базу. Нам поперли теперь. А скринов добить не судьба, что ли? Нет, он ко мне попёрся. Умный. Сука. Ближе к делу. Я знаю путь. Нам нужны новые земли. Я рад, что ты вышел наконец-таки. Братство не отступает. Верь мне. Если хотя бы Тиберий есть. Лишний. Объект остановлен. Тоже рад. Бою готов. Вас понял. Туда лети. Я даже не знаю, что мне сейчас продавать. Объект атакует. Ну, в дорогу!
На базу, на базу. Жду приказа. Идет ремонт. Огонь, это круто. Князь Кейна. Оружие и бой, жду приказа. Обнаружим потерь. Че, ГСБшники наконец-таки начали давить нодов? Ой, скринов. На базу нормально. Идет ремонт. Строительство. Приостановлено. Хрен зашарит. Идет ремонт. Уродцы. Недостаточно средств. Ядерная ракета готова. Рад, очень рад. Укажите цель. И шлепнем мы ей вот сюда. Ядерная ракета. Ну что, не хочу, чтобы гад меня своей авиацией задавил. Ну и технику немного подправим. А сейчас он, походу, на меня отпер. Ну, где бабло? Куда ушло? Строительство завершено. Развертывание невозможно. Сделаем так, ладно. Да, он на меня. Мародер, напрягая. Че, не на меня, а ко мне. Или он за... Нет, он ко мне все-таки. Он не за осами. Курс задан. Он за моей задницей пошел. Чуть-чуть отойдем, парни. Два отряда ракетчиков. И шатаем. Ракета «Стоната»? Да. Не подпускай! Ракета «Стоната»! Респектуй. Веду зачистку. Строительство. Близко 800, оказывается, стоит, а не 2. Я думаю, что 2. И третий лох. Вот так денежки побыстрее пойдут. Строительство завершено. Развертывание невозможно. И давайте еще один близко. Сколько-то минут 20 осталось. Идет ремонт. Недостаточно средств. Он сюда уже не ездит? Нет? Охренительно. Продаем. Ага. И скрины ко мне поперли. Скриншоты, ну-ка, брысь. Обнаружим противник. Развертывание невозможно. Строительство. А, то есть вы таким макаром поперли? Строительство завершено. Попереть решили. Нет, он не решил. Строительство. Ну шо, ребята, не так уж и быстро меня убить, да? Строительство. Ядерная ракета готова. Строительство завершено. Сделаем вот так. Строительство. И шлепнем ядерко вот сюда. Укажите цель. Ядерная ракета. Дабы не... эти... не ерзали.
Ну и чуть-чуть энергии лишить. Совсем так малость. На 4 реактора. На базу направили. Строительство завершено. ТПУ у них так и работает. Строительство. Не думаю, ненадолго. Вроде мужики держатся. Посмотри-ка. Строительство завершено. Думал, они не продержатся больше. Так, что-то я хотел... А! Так, значит, 3, 3, 2, 2. 3, 3, 2, 2, 10. Ракета «Стомада»! Строительство. Ракета «Стомада»! Ракета «Что надо»! Вот так вот поступим. Строительство завершено. Ракета «Что надо»! Ракета «Что надо»! Ракета «Что надо»! Недостаточно средств. Его стрелять! 6 отрядов, молодцы. Проходим. Строительство. Приостановлено. Ладно, шутка. Отмена. Ракета «Что надо»! Строительство. Постоянно на вершине. Шутка. Энергостанцию. Строительство. Ракета «Что надо»! Обнаружено. А вот и ракеты! Ракета готова! Так, двое. Неплохо. Двое сюда. А вот и ракеты! Двое сюда. Ракета «Что надо»! Кого стреляют? Четверо сюда. Развертывание невозможно. Строительство. А вот и ракеты. Так, еще двое сюда. Где бы укрыться? Обнаружим противника. Идем вот сюда. Кого стрелять? Вообще нет, не так. Это так. Смотри оба. Вы туда. Неплохо. Ну, чуть-чуть осталось, но ёперный балетный. Другое дело. Развертывание невозможно. А то один обогатитель как-то сложно. А ты давай мне разведку проведи вот тут. Обнаружим противника. Строительство. О! Опять вот не нужен. Строительство завершено. Ядерная ракета готова. Угу. Сейчас там разведку проведут люди. Если эти люди доедут. Эти люди не доедут. Нет. Я шлёпну вот сюда. Чтоб ни тебе, ни мне. Вот она, моя любимая штучка. Распыление Тиберия. Тух! И Тиберия до хрена. Таки-таки-таки-ток, таки-ток, таки-ток. А мне бы еще один посланник. Вот тут его разверну и еще один обогашмитель поставлю. Теперь бомба у нас... Тут бомбардировочка, химоракета, это она бесполезна. Потому что эти гады не добывают. Тиберий.
большие планы. Как прикажете? Туда беги. Мы возьмем, что хотим. Открываем. Строительство. Строительство завершено. Эти имбецилы так продолжают друг с другом сражаться. Обнаружим противника. Так, для начала воткнем обогатитель. Возможно. Потом уже маскировочную вышечку. Вот так вот. И еще один обелиск. Строительство. Строительство завершено. Строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. А, ну да, я же забыл. Строительство. Еще пару ПВО, на всякий случай, от этих гадов. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Строительство. Ядерная ракета готова. Давайте все-таки шлепнем по... Строительство завершено. Укажите цель. Ядерная ракета. Пошла. Шла, 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 шла и пришла. Строительство. Вопрос, где у них ворота только? Строительство завершено. Или как это хрень правильно называется? Врата? Обнаружим потери. Короче, не суть, где они? Так, прикрыть его у нас так. Ага. Ага. И теперь... Сколько у нас всего лишь? Подготовка. Приостановлено. Отмена. Подготовка. Вот так вот сделаем. Оружие. Да, будем. Может, они-то остались? С другой стороны, что я смогу сделать с помощью них? Ну, они тем более не остались. У них... Ага! То есть, все-таки авиация тут осталась у них. Ебать, авиация. Мне тупо других слов не хватило. Он такой здоровый! Ё-моё. Скажите цель. Мародёр на связи. Мародёр на связи. Повышение. Строительство. Обожаю вот это. Место. Обожаю. Ну и, разумеется, обожаю обелиски. Такая штука хорошая. Они не достают до них. Мародер на связи. Мародер на связи. Все у нас. Мародеры достроились. Объект атакует. Строительство завершено. А теперь у нас кончается. Возможно. Повышение. Thank you.
Он вот так пошел. Ну, мужик, зря. К бою готов. Вас понял. Строительство завершено. Попались! Захватим! Видится? Стреляй! Бегите. Вперед наверх. Так, шлепником мы еще ядерный вот сюда. Блин, надо было сюда шлепать. Оружие к бою. Просто чистые мародеры. Никакого улучшения нет. Час пришел. Никакой реквизиции нет у них. Чё, парни, со скринами проблемы? Сейчас поможем. Избавим вас от проблем. Уничтожить. По имени жизнь. Да, жизнь это еще та проблема. А, то есть другие задания у меня убрались. Окей. Значит, 25 катиберия мне не надо. Очищаем. Сбили, но он долетел. А, собака все-таки успел убить. Предсмертный хрип. Все, уничтожаем. Все, что тут можно. Все готово. Огнеопасно. Неизвестный район. Чувак, здорово. Быстро же вы меня похоронили, братья. И как только вы могли подумать, что я не предвидел случившегося в главном храме, что не я спланировал все это? Конечно, я не мог предположить измены, и предали меня мои собственные войска! Из всех ошибок Киллиана имеем Легион, самое страшное в том, что она считает гостей большим врагом, нежели ГСБ. Это противоречит всем планам братства. И она должна быть наказана. Возьми своих лучших бойцов и отправляйся на штурм австралийской базы. Киллиан сейчас там. Если возможно, постарайся захватить ее живой, а остальных можешь не щадить. Хрень вопрос. Срок. Слушаем. Черт возьми. Говорил же я, что Кейн жив и здоров. Ладно. Наша главная задача взять базу штурмом. Потом мы там закрепимся и надерем Киллиан задниц. И останется только сдаться. И вот тогда она ответит Кейну за все. Кейн отдал приказ нашим войскам не поднимать оружие на пришельцев. Это безумие, чужие устроят нам кровавую баню. Я уважаю твою веру, Кейна, но ради братства, ради всего человечества,
Умоляю, не выполняй этого задания. Вместе мы сумеем справиться с ситуацией. Прошу тебя, ты моя последняя надежда. Я тебе кровавую баню устрою, зараза. Ну а, ребята, следующая серия. Всем спасибо за внимание, всем пока и всем удачи.